Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас здесь происходит уникальное мероприятие. Центр психологического развития «Эголюция» проводит свой день открытых дверей. Вот. Вот у нас сейчас здесь идет творческий процесс. В данный момент мы создаем песочные картины методом песочной терапии. Мы создаем эти картины, мы даем им название и пытаемся понять замысел автора. И это очень интересный процесс и увлекательный. Он интересен как взрослым, так и детям. Взрослые также могут построить свои песочные картины и пообщаться с профессиональным психологом, психоаналитиком. Также у нас некоторое время назад уже прошел мастер-класс, который провела Наталья Кирсанова, и назывался он «Учись учиться», и взрослые, и родители, и дети смогли поучаствовать и попробовать свои силы, да. Да. Здесь очень творческая обстановка, как вы видите. Также выступала Полина Черкас. Это профессионал высокого класса, который работает как с детьми, так и с подростками. Мы предлагаем вам группы как для детей любого возраста, дошкольников, школьного возраста и подростков, с которыми Полина вместе с Елизаветой Тверской. Да, в наши группы дети от 3 и вплоть до 18 лет. Группы разделены по возрастам. Это важно для того, чтобы ваши дети выросли не просто умелыми и обладали не просто кучей навыков, чем мы все очень любим заниматься, для детей на пение, на рисование, все остальное. Еще, чтобы они выросли гармоничные и счастливые личности, чтобы они лучше понимали себя, лучше понимали других людей. Для этого всего вы можете прийти к нам в центр, поговорить с нами, можете привести своих детей, мы можем порисовать с ними, можем рассказать вам, о чем говорят их рисунки, и вы лучше узнаете своих детей, и они лучше узнают себя. Спасибо большое, Полина. Еще у нас проходил очень интересный мастер-класс, который проводила Ольга Семеновская. Это очень творческий, талантливый человек. Она и художник, и стилист. И вот она сейчас расскажет несколько слов о том, чем она занимается и что она предлагает всем желающим. Но Ольга предлагает курс правополушарного рисования. Может быть, Ольга, вы скажете несколько слов об этом курсе? Это очень интересная методика, которая освобождает людей, помогает им не только внутренне избавиться от каких-то, может быть, проблем, может быть, негативных, может быть, усталости. Вот. И в то же время понять, что рисовать это не так уж сложно. Не обязательно этому учиться 15 лет, а можно сразу же, придя к нам, получать удовольствие и унести это удовольствие с собой домой и продолжать это развиваться. И не только в рисунке, но и в деле, в своем бизнесе. И на самом деле, как шарное рисование, так же, как в принципе, искусство, оно нас поддерживает, помогает нам и просто помогает в реализации людей. Спасибо большое, Ольга. Посмотрим, что тут у нас получается, какие картины у нас тут уже получаются. Вот дети трудятся.
Вообще для ребенка это очень важно. Работа с песком, это помогает ему избавиться от внутренних конфликтов, преодолеть какие-то свои переживания. И в то же время это развивает его творческие способности. Вот еще одна картина, которая у нас в процессе. Вот. Сейчас мы еще предоставим слово Галине Михаленко, и она расскажет вам, какое интересное мероприятие мы могли бы провести для родителей. Спасибо большое, Галина. Вот, и вообще у нас для родителей открыт лекторий, который у нас проходит регулярно. И здесь поднимаются самые разные вопросы, интересующие как родителей, связанные с воспитанием и развитием ребенка. Если кто-то еще имеет возможность сегодня подъехать к нам, то приезжайте, с 3 часов у нас будут интересные психологические мастер-классы, это разбор сновидений и «Виновата ли я?» и «Грани и границы отношений». Это мастер-классы только для взрослых, но я думаю, что они будут полезны каждому. Мы вас очень ждем. Рады были с вами пообщаться. Удачи!